Ну что, ребятушки, поехали на автобусе. На автобусе едем. У меня, кстати, двойные эти самые монеты, двойные монеты. Потому что денег надо заработать побольше. Потратились мы на трактор. Поэтому нам нужно наверстывать упущенные денежки, чтобы открыть новую карту. Ну, сейчас мы на автобусе будем ехать и попробуем далеко проехать. Не знаю, получится это или нет, проехать далеко. Но будем стараться. Так, пока что у меня 3000 монет. Было, ребята, сумасшедшие 25 тысяч монет. Офигеть. Которые мы все потратили. Ладно. Сколько заработаем все наши. Ух ты! Сундучок мы открыли. Ой, это хорошо, вонючий сундук. Первого уровня открыли. И сейчас будем... Дойдем, постараемся до сундука второго уровня. Ой-ой-ой-ой-ой, главное не разбиться, главное не разбиться. Вонючка! Фух! Чуть головой не стукнулся. Да, не очень хороший там был спуск. Ой-ой-ой-ой, нет, аккуратно, аккуратно едем. Так, сейчас доедем до сундучка. И заберем его. И, естественно, монетки тоже собираем. Нет, я опять на этом месте вонючим разбился. Да как так? Зачем они такое делают? Разработчики, вонючки. Ладно, открываем, сколько у нас там. 2400. 2400 у нас монет. Так, что это такое? Ух ты, ежедневный приз. Нифига себе, давайте заберем. Спасибо. 15 тысяч монет нам дали? Офигеть, ребята. У нас опять 20 тысяч монет. Это хорошо. Так, а что у нас здесь есть интересного? Ну, давайте поиграем в горы. Сцепление бесплатно. Давайте посмотрим рекламку. Да, ребята, улучшили. Что мы там улучшали? Подвеску улучшали? Да, посмотрели рекламу и улучшили подвеску. Это хорошо все-таки улучшать, без, чтобы деньги не тратить. Так, ладно. Сейчас максимально дальше проедем. Тут у нас, в принципе, ничего такого нету. Просто мы будем монетки зарабатывать, да? Так, сундучка тоже нету. Блин, плохо. А где сундучки вонючие? Мне нужно эти сундучки пособирать. Так, поднимаемся. О, легко, смотри, мы поднялись. Хорошо. Так, забираем монетки. Аккуратненько едем. Подъемчик. Оп, давай. Езда на заднем колесе. Давай, есть. Поднялись. Мне так очень много, ребята. Аккуратненько едем. О, тихо. Давай, поедем. Оп. Так, здесь мы подъедем же, да? Нормально, все, едем. Хо-хо-хо-хо-хо. Как же мне эта штука помогает, а? Как же она мне помогает, хорошо. Смогли проехать. Оп, давай. Есть, катимся. Так, у нас нету уже стекла, правда. Оп, смотри, мы локацию поменяли уже. Зимний биом, ребята. Так, монетки. Опа, аккуратненько, нифига нас подпрыгивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пока что 21 тысяча у нас. Хорошо. А, если бы мы те 20 тысяч не тратили, уже было бы 40, и мы бы открыли новую карту. Ну да ладно. Мы не боимся трудностей. Поэтому сейчас мы заработаем денег тоже и карту новую купим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Сейчас отвалится у меня. Так, а здесь надо медленно, кстати, ехать. Здесь у нас спуск нехороший. Да, здесь даже можно притормаживать. О, видишь, что творится. Ой-о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 й
Нужно внимательно ехать. Это я здесь помню. Так, опять эти козлики, барашки стоят, кушают травку. Так, тоже давай, не спешим. Ай-яй-яй, отлетела моя вонючая штукенция. Блин, и чувак еще выпал. Да ёлки-палки, чё такое?
Давай ты мне скажи, что мы еще и застряли. А, нет. А, давайте просто разобьемся, да и все. А почему бы и нет? Просто разбились и все. Так, странник. Ага, у меня увеличивается... Это что такое? Новое звание, странник, второй класс. Что это такое вообще? Новый костюм водителя, лесная корона. Ага. Ага. Типа мы чем больше проезжаем, тем больше нам вот эту фигнюшку дают. А ну-ка, сейчас проверим. Подожди-ка. Сейчас мы возьмем город. Сейчас мы возьмем вот этот джип. Сейчас мы поедем. И посмотрим, дадут ли нам еще вот эти путешествия странника. Это я не знаю. Это прям интересно. Что-то новенькое добавили, ребята. Сегодня же обновление было. Да. Поэтому... много чего интересного добавили. Так что надо смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай едем. Здесь мы, кстати, на этом джипе не ездили ни разу, мне кажется. Кажется, не ездили. Да, тут какие-то звезды появились, смотри. Показывается, 400 метров до звезды. А до какой звезды, непонятно. Лето увеличивается, звезды. Да, точно. Это увеличивающиеся звезды. Это, видимо, получается, там какая-то карта. И нужно много-много ездить, чтобы получить странника какого-то там. Я так и до конца не понял, конечно. Ну да ладно. Сейчас посмотрим. Ну, у нас тут главное монетки получить. За странников мы же никаких денег не дают нам. Просто странник. Видишь, я не знаю, зачем эту звездочку добавили. Что она обозначает. Но я думаю, мы это узнаем. Ой, я вот что-то думаю, далеко мы проедем на этой машинке, нет. О, бензинчик. Бензинчик, спасибо. 1000 метров мы проехали. Так, здесь у нас... Ой-ой-ой-ой, чуть не застряли. А-а-а, они шатаются, смотри. Здесь надо аккуратно. Аккуратно. Так, тихо-тихо, бензинчик надо взять. Есть, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, в принципе... Смотри, кто-то здесь разбился. Ой, как хорошо. Да, я забыл. Здесь такое место нехорошее. Что можно просто-напросто... утонуть. Ну, а мы, ребята, отправляемся дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, елки-палки, все, мы тоже утонули. Да как так? Ладно. Посмотрим, что там нам за странника дадут. Где там этот странник ничего? Да! Смотри, у нас пока второй класс странника. А сколько там вообще у нас здесь есть? А город, например, нам нужно 30 тысяч. Город, видишь? Чтобы открыть эту карту интенсивную, нам нужно много чего пооткрывать. Ага. Лес. А, рейнджер, авангард, лоскутный. А где у нас этот? Есть. Нифига себе, карты какие дорогие здесь. С ума сойти. А, первый проходит скаут. Зима? А где-то мы должны пройти. А, стоит 50 тысяч. Офигеть. А, вот они, звездочки, которые мы должны, кстати, с вами проходить. Получается, сельская мы ни разу не прошли, что ли? Что, реально? Давайте исправим это. Проедем. Все, видишь, мы стали звездочки сейчас собирать. Появились какие-то вонючие звездочки. Ну, в принципе, это даже и хорошо. Будем прокачивать каждую карту. Ну, так придется делать. Каждую карту прокачивать. Ага, ну ничего страшного. В принципе, прокачаем. Куда деваться? Так, куча монеток у нас здесь. Надо нам продолжать движение. Давай хотя бы 1000 звездочек заработаем. 1000 звездочек. Так, о, разработчики, я смотрю, им делать нечего, сидят, разрабатывают. Придумывают.
всякие штуки. Так, едем. Аккуратненько. Так, подъемчик. А здесь, в принципе, легко мы поднимаемся. Так, я смотрю просто, как я раньше делал. Ну, в принципе. Опа. А я прокачивал этот джип свой или нет, я не помню. Вот это вот я сказать не могу. Так, 800 метров уже проехали. Так, едем, едем, едем. Опа, здесь подъем. А, вот это подъем большой. Ну, ничего страшного, сейчас мы его проедем. Хорошо. И здесь подъемчик. Все, поехали. Ребята, аккуратненько, аккуратненько. Здесь надо аккуратненько. Вот так вот, хорошо. Так, опять смотри, у нас такой спуск. Спуск, подъем. О, хороший джип, хорошая машинка, мне нравится. Колеса такие, амортизаторы такие классные. Даже какая-то более-менее защита есть. Если на голову, чтоб не стукнулся. О, в смысле ты меня обогнал? Алло. Ладно, обогнал так обогнал. О, давай, давай, давай. Ох ты, подняться не могу, что ли? А-а-а, бензин, бензин вонючий. Ё-моё, как я так мог разбиться? Вообще вопрос. Вопрос большой.